Әрліген, әрмәтлі тамашайшылар. Қайнар, сәлемдер сізге. Мәскәудің. Біз Мәскәй ансамбль «Медина» и Московский ансамбль «Медина». Я заслуженная артистка Российской Федерации Республики Татарстан Наиля Фатехова. Сегодня очень рады быть вместе с вами в этом замечательном городе Набережные Челны в нашем благотворительном юбилейном туре, который проходит с поддержкой Министерства культуры Республики Татарстан. Біз оларға рахмет білдіреміз. Хочется поблагодарить и ваш город за такой теплый прием, за начальника и поблагодарить начальника управления культуры Эльвиру Ильшатовну Нугуманову, которая нас очень тепло встретила, и директора гимназии татарской Фердоса ханым. Тем более она председатель татарской женской организации «Калфак» Набережной Челны, потому что мы тоже везде «Калфак», а «Калфак» Акзалара. Московское отделение «Калфак». Я всех поздравляю от имени москвичей с праздниками и с днем пожилого человека, и с днем учителя. Рахмет. Мы приехали с нашим творчеством, с творчеством московских татар. Музыку я пишу сама, в основном на слова татарской поэтессы московской, которая родилась в Мамадыше, Каримовой Назифей. Оның жерін паңладыңыз, әзір сізнің әтепарымызға паған біздің ең яратқан жеріміз, біз өлмедік. Назифа Каримова сөзлеріне жазылған. This
роллар белән Татарстанда без беренче тапкыр бөтен илләрне были во всех странах арабских и впервые в Татарстане с нашим вот таким репертуаром. Во всех странах арабских мы были послами, нас называют Йосиф Ядавыч Кобзон, нас называют мусульманским хором. Мы представляли российских мусульман, вот татарские женщины, нас 5 человек, были в Африке и в Марокко, в Тунисе, в Иордании, в Иране, в Саудовской Аравии, в Турции. И нас понимали на татарок, которые пели мусульманские мунаджаты, нашиды, и послы российские в этих странах говорили нам, благодарили нас, говорили, что мы делаем гораздо больше, чем все дипломаты вместе взятые, потому что до этого приезжали российские коллективы, танцевальные, хоровые, но их арабская публика мусульманская не понимала. Но с нами они разговаривали на одном языке, были аншлаги, и нас очень благодарили за это. А мы, в свою очередь, тоже благодарны тому, что нас так хорошо принимали. Но что там интересно, мы московские. Туб Искет Маскевля, Альфия Шарафетдинова, Нурия Мухамеджанова, я, наши предки все родились в Москве. Но тем, что мы татары, очень-очень этим гордимся и очень волнуемся, потому что мы у вас здесь, в Татарстане, у нас на нашей духовной родине, и хотим исполнить кусочек нашей вот этой интернациональной программы «Мунаджаты». Мы их пишем сами на слова Назифы Каримовой, а несколько из них мы исполним сейчас перед вами. Изъем Рамазан. Назифа Каримова, сестра.